Ребята, всем добрейшего утречка. Ребят, бывает такое, вот с утра встал, вроде бы ничего плохого не произошло, а ты злая, у тебя нет настроения. Вот у меня сегодня вот так вот, не могу прям, что случилось? Хотел телевизор включить, там сериал мой, не знаю. Ну, я, в принципе, знаю, почему у меня настроения нету. Зуб залечил, а толку ноль. Блин, и вот поэтому... Ой, как злость берет. Ребят, ну платно, ведь в платную эту ходила. Такие деньги я дала тупо за пломбочку. Вот тупо за пломбочку. Толку ноль, а. И сверлила, все чувствовал, что это за укол был. Вот сходить бы мне опять. У меня гарантия год. Я боюсь. Буду ждать, пока вроде бы не критично. Какой-то у меня тут дискомфорт. Если что-то прям уже всерьез, тогда пойду. Что-то я после того лечения, сверления. Короче, я боюсь. Я чувствую все, блин. Леночка тоже там. Ребят, завтра хочу подогреть. Кашу молочной рисовой вчера варила. Это. Леночка тоже жалуется. И зубы над зубами. И что-то как низ болит. Надо тоже к врачу идти. Ой. Какие-то одни неудачи. Вот ей-богу. Сейчас чуть-чуть кашки споем. Проснулась, как всегда, в 6 утра. Уснула, как всегда, в 10. Ну, там начало 11 я вчера уснула. Уже и стирку поставила, и искупалась. Все дела сделала. Утренние. Убираться, правда, не убиралась. Вчера убирала дома. Не каждый день-то. Кому мне тут мусорить? Некому. Ой. Кошмар. Ой, нытик я, нытик. Да не нытик, просто, блин, когда все так происходит, лучше пошла бы в обычный кабинет, а не в платный, блин. Содрали три шкуры. Я считаю, что очень дорого я заплатила. Просто за пломбу. Вот просто за пломбу. Работы не было никакой. Просверлила маленькую дырочку, все там почистила и наложила пломбу. Единственное, что сделала этот рентген зуба, снимок зуба. 4 500, ребята, дала. Это, а если там посерьезки, например, как нервы удаляют, сколько я дала? 1 010. Короче, нет у меня слов, одни эмоции нахер. Больше сроду не пойду. В эти платные кабинеты. Правильно, Леночке он доктор сказал. Гад, платные не ходи, там гад обдерут, как липку тебя. Даже доктор ее предупредил. А я поперлась. Но я думала, сейчас укол сделают хороший. А укол говно, говном был. Говорю, чувствовала. Все. До этого также лечила зуб с уколом. Вот это я понимаю укол. Ни хрена ничего не чувствовала. Я чуть вообще не въехал. Что это было? Ой. Столешник, что ли, поставить, кашу есть. Недобрые ребята, сегодня у меня утро. Сейчас маслица еще добавлю.
повкуснее с маслом будет. Щедр прям, щедр такой кусочек добавил, щедрый. Где-то кофе я уже навела, не допила, сейчас тоже кофейку допью. Короче, Леночка мне с утра про свои болячки, я ей про свои. Говорю, Лена, не ходи в ту поликлинику. Хотя вот я же вам говорил про ту поликлинику. Вот я ходила в бесплатные кабинеты. Мне нравилось там. Врачи прям добрые такие, какие шумят. А на это добрый. Может, блин, хрен не знает. Может, сам по себе зуб такой. Ну, там врачи прям добрые. Ну, за этот раз мне судить, что, понятно, платно-то была. Там будут тебе глазки заглядывать. А это, ну, может, там поменялись, может, там тоже рычат. А до этого, когда была, там прям обходительные доктора были. Ну, как известно, все же меняется. Ой, ребята. Ой, вот такая каша, малаша. Сейчас все от меня видно будет. О, да вроде ничего. Ребят, сейчас я селфи сделаю, отключусь, а потом подключусь. Мне просто так удобнее. Все, сделала заставку-то. А то вырезать там потом что-то, ну и нафиг. Мне так проще. Что-то как-то я эту поставила. Ладно, вроде видно. Кашу пересолила. Вчера что-то посолила, попробовала, не соленая. Взяла, еще подсолила. И в результате пересоленая. Ой, приятного всем аппетита, друзья. Кто со мной кушает. Ну а кто просто проводит со мной время. Приятного просмотра. Ой, чуть не потеряла. Пересолила, зараза. Такая невкусная получилась каша, честно говорю. А есть надо, уже наварила. Вот даже кашу ем. Чё тут кашу, да? И мне неприятно есть её. Но в плане не то, что вкус, а в плане этого зуба. Охренеть. А вот чё-то там, например, яблоко погрызть или тот же огурец. Блин, вообще не могу. Я говорю, этих врачей так боюсь. Блин, идти повторно. Для меня, я не знаю, вот. Я так-то еле настроилась. Короче, не могу прям. Мне проще взять этот нахер зуб и удалить. Потому что я знаю, что сейчас будет. Удалят нервы, ну, нерв у зуба. Я буду сидеть, мучиться. И надолго мне не хватит, потом в результате он все равно рассыпется, этот зуб. Вот поэтому проще удалить. Но они, врачи, есть, не берутся. Глянут, зуб нормальный, нет. Иди лечи, дорогая. Ух. Как вот... Толик, что ли? Ребенка аж умер. Зубного. Так боялся ребенок. Сердечко, может, остановился. Или еще от страха. Вот и я боюсь, блин. Я говорю, сидел, руки так тряслись, блин, не могла стакан в руки взять.
Это ж невкусно, каша, блин. Ну, вот, говорю, я прям с утра вот встала в таком настроении. Вообще ни в каком. Вот не могу понять, вот, блин. Вот ем, когда... Нижний, что ли, зуб даже болит. Вот не могу понять. Реально прям как в нижний больше отдают. Хотя делали верхний. Дурите, ребята, извините за нытье утреннее. Но моя реальная жизнь. Я вам снимаю свою жизнь. Вот что происходит, то и показываю. Всегда же не может быть хихи да ха-ха. Такого не бывает ни у кого. Ульяш сегодня в сад не повели. Дома решили оставить. Что-то Леночка мне там. Ну, я надеюсь, муж пройдет. В интернете читала. Может и 2 недели зуб побаливать после вмешательства этого. Посмотрим. Подожду. Пока не пойду. Нет. Как Ленга, ты иди, что ты? Настрой себя, иди. Говорю, ага. Говорю, я первый раз, чтобы пойти себя настраивала. И не очень-то удачно получилось. В плане, когда сверлили. Причем с уколом. Говорю, уже настроить себя как бы на второй раз. Если правильно, вот он мне сделал укол, начала сверлить, я бы сидела, ничего не чувствовала. Конечно, бы не боялся, пошла бы, голову не ломала. А это, блин. И вот опять вопрос. Я же без укола зубы сверлила. Вот когда нервы не удаляешь, там вот до нервов, да, далеко, ну, дырочка там появилась. Было не больно. Без укола. И это вот она не стала мне удалять нерв. С уколом. И мне было больно, когда она сверлила. Этого не может быть. Я же тоже лечила и без уколов. Когда вот, да, нерв голен, сверлить вот реально больно. Вот было больно мне. Но она не стала удалять. Короче, я хрен пойму, блин. И ведь снимок сделала. Она говорит, ну иди посмотрим снимок, как там. Ну, типа, до нервов-то, что там. Ну вот, решил не удалять. Снимок, наверное, нормально показал. Короче, ой, не знаю. Ну, не должно быть больно, если нерв не оголен. Ох. С уколом, блин, больно было. Если бы так, то я вообще бы там сидела, спала, бы хрен все чувствовала. С уколом-то. Ох-ох-ох. Что-то и кашу не хочу, невкусные. А то вы думаете, я когда вру вам, невкусно сижу, говорю вкусно. Вот невкусно, говорю невкусно. Пересолила. Ох. Чем бы себе настроение поднять? Спать, что ли, лечь, блин? Забыться, поспать, забыться. Ногти отчекрыжила. Они хоть и так были короткие, это вообще прям их под ноль.
наращивать. У меня нет лишних денег ходить, каждые 3 недели наращивать. Так что вот так, ребята. Пу-пу-пу-пу-пу. Что делать, блин, не знаю. Настроиться надо, вот что делать. Ну, говорю, после такого тяжело настроиться. Вот реально тяжело настроиться, блин. К знакомой, что ли, сходить. Я раньше... Работает она, не работает. Ну, как к знакомой? Я раньше у нее лечила зубки. Она прям умничка. Вот там правильно она сделает укол. Я сижу, кайфую. Один раз только было больно. Вот как раз она мне удаляла нервы. И то мне было больно не в плане, когда она лечила, а в плане, когда она делала укол. Она прям в зуб, в нерв. Вот туда ж как замораживала. Прям было больно, да. А после уже нет. Она там посверлит, поковыряется, опять укол. Вот это я понимаю. Говорю, можешь ей позвонить, сходить. И здесь уже, блин, деньги отвалила. И там, я не знаю, сделает она мне снимок, не сделает. Да это можно, конечно, как Леночка, это приехал, сделала. Областной. И со снимком поехала. Доктор показала. Это, блин, не знаю, короче. Ребят, напишите. Что мне сделать? Отведите вы меня за ручку. Капец, такая правда стала, сыкло. Ладно, ребят, а то еще длинное видео сейчас получится вот это в нытья слушать. Если что, извините, реальную жизнь показываю, ребятки, реальную жизнь. Вечно хихи-хаха ловить ни у кого не бывает. Люблю вас, мои хорошие, не болейте. Целую. До новых встреч. Пока-пока.